Дятлы. Основано на реальных событиях. Некоторые сцены, персонажи и имена были изменены. Найди сайт Азино 777 и получи 777 рублей на игровой счет. Выход. Вперед. Выходим. Эй, ты проснись, выметайся. Быстрее. Доброе утро. Доброе. Что у нас тут? Новенькие. Имя? Карлос Рамирес. Имя? Хулиан. Полное имя? Хулиан Соса. Имя? Эммануэль Армандес. Имя? Руфина Мехия. За мной. Температура? Нет. Кашель? Нет. Диарея? Нет. Пожалуйста, откройте рот. Высуньте язык. Следующего, пожалуйста. Не вынуждай меня, надень футболку. А то, что ударишь меня, не заставляй меня. Ты же не хочешь, чтобы я ее надел. Не зли меня, придурок, быстрее давай. Ладно, ты тут босс, а ты когда-то в этом сомневался? Нет, хватит, заберите его, давайте следующего. Ты, иди сюда. Раздевайся. Проверь это. Сними цепочку. Она останется здесь, пока один из твоих родственников не придет за ней. Снимай штаны. Быстрее, красавчик, шевелись. Развернись. Нагнись. Я сказал, нагнись. Раздвинь булки. Шире. Встань. Повернись. Что у нас тут? Эй, опусти руки, когда разговариваешь со мной, а то я их тебе отрублю. Теперь это твоя одежда. Шевелись. В шестой блок. Помедленнее, мужик. Куда ты торопишься? Считай, что пока что тебе повезло. Давай, в самый конец. Эй, зеленый, чё как? Да.
что вылупился. О, свежее миско. Зеленый, быстрее, тащи свой зад. Проходи быстрее, здесь тебе делать нечего. Как насчет вазелина для этого придурка? Иди, иди. Таким, как ты, место в самом конце. Какого черта? Пора платить по счетам. Обыщи его. Закрой свой рот, уебок. Так его. Чувак, даже не пытайся дать им отпор. Зеленые сначала должны заплатить взнос. Что с тобой, красавчик? Не нравится курорт? Не сердись на меня, друг. Я здесь единственный, у кого есть связи. Мне не нужна твоя помощь. Тогда будешь спать на голом полу, как жаба. Или я поговорю с Влади и договорюсь о кровати для тебя. Что ты выберешь? Все зовут меня здесь Боло. Могу достать что угодно. Умею договариваться с людьми. Хочу познакомить тебя с Влади. Влади! Влади! Иду. Прикрой меня. Иди сюда, толстяк. Что ты хотел? Зеленому нужно место для сна. У нас не особо большой выбор, но мы что-нибудь найдем для него. Есть наличка? Да. Тогда приди ко мне ночью. Сейчас я не могу тебе помочь. Я пошел играть. Приду. Хорошо. Пошли, покажу тебе все. У нас тут всего два варианта, бро. Сейчас мы с тобой находимся в старом комплексе, но у них есть новый. Там есть чистый туалет, удобные кровати, много охранников, но зато у нас здесь больше свободы, чем у них. Я заметил. Единственный минус в том, что это вонючая дыра. Ты должен благодарить Бога, что не попал в Ла-Виктория или Куинс де Асу. Там ад на земле. Нам сюда. Спасибо. Дай ему полтинник. 50, бро. Да. Мы же все в одной лодке. Поговорим позже. Я еще раз увижу, что ты общаешься с моей девушкой, я за себя не отвечаю. Хватит. Ты же знаешь, что я не предатель. Да. Да. Время ужина. Да, туда. Только не наступи на жаб, иначе они тебя пнут. Смотри под ноги. Сюда. Да. Это все, что я мог сделать за эти деньги, что ты дал. Смотри, что у тебя есть. Вот. Ты все еще жаба, но привилегий у тебя больше. Зато ты не спишь вместе с остальными, у тебя есть собственный угол. Хочешь лучше жилье, тогда дай больше бабла. Это все, что я мог сделать для тебя. Пока что только это. Давай, отдай мне это. Ложись спать. Забирайся туда. Не ударься головой. Нам не нужны здесь медики. И следи за своей обувью. Это тебе не монастырь. Вот, держи мыло. Помой лицо. Как ты, бро?
Утка уже высунула свою голову. Хорошо, думаю, она не дешевая. У них есть ключи от машины. Колеса выглядят дорогими. Понял, как достанешь, перезвони. Что с тобой, зеленый? Расслабься, мужик. Ты же ничего не слышал, так ведь? Ничего. Вот так. Если что, я могу помочь. Чем? Снаружи у меня есть люди, которые могут все порешать. Да? Сколько их у тебя? Двое. На чем они? На мотоциклах. Если что, я тогда к тебе обращусь. Хорошо. Теперь ты знаешь. Займись делом. Надеюсь, теперь ты будешь хорошо себя вести. Твои руки. Давай проверим, все ли в порядке. Сожми мою руку. Так, с этой все хорошо. Сожми еще раз. Никаких переломов. Выпей обезболивающее. Через пару часов тебе станет лучше. Тысячи. Больше не смог достать. Ничего, пока я справляюсь. Тяжело здесь? Очень. Что ты узнал? Они сказали, что тебе дадут 3 или 4 года. Но тебе нужно дождаться приговора. Сколько ты получил? 3 месяца пока что. То же самое с Рафой из нашего района. Они дали ему 5 лет. Я же говорил вам двоим. Перестаньте это делать. Я лучше буду здесь, чем буду зарабатывать переносом кирпичей, как ты. Нет, моя работа, уважаемая. Класс. Может, тогда принесешь мне уважаемых денег? У меня не было выбора. А ты сам во всем виноват. Уходи. Эй, а ты неплохо выглядишь. Детка, ты бросила меня на произвол судьбы. Ты так продинамила меня в прошлое воскресенье. Так что, тебя ждать в это воскресенье? Подожди, мне кто-то звонит. Подожди, сейчас. Перезвоню тебе ночью. Стой на страже. Не пускай никого сюда, понял? Не дай бог, сюда кто-то войдет. Понял, босс, я буду следить. Сделаю все, как скажете. Вам виднее. Ты же знаешь, какие охранники пронырливые. Да, я сделаю все, что скажете, сеньор. Кажется, она про тебя спрашивает. Какая? Вон-то. Красивая, да? Я отсюда не вижу. Вон она. Которая около столба. Да. Черт. Где она? Сейчас что-то будет. Она тебе не нравится? Слезь, урод. Что не так? Слезай. Да что с тобой?
Ты думаешь, ты тут самый хитрожопый? Ты о чем? Ты говорил с моей девушкой, Олах. Нет, я разговаривал со своей девушкой. Не понимаю, о чем ты. Черт, какой ублюдок спер мой телефон? Не общался я с ней? Свали отсюда. Да ладно, остынь, мужик. Ты переступил черту. Это уже слишком. Расскажи мне, что ты задумал? Расскажи, или попадешь в секцию Си. Полегче, эй. Остынь, успокойся. Не приближайтесь ко мне. Отвалите. Тебе конец, пидор. Проваливай нахер, ублюдок. Свали, или я тебя порубаю. Давай, иди отсюда. Не трогайте меня. Не смейте меня трогать. Я сказал, отъебитесь. Быстрее. Отъебись. Стой, отпусти его. Успокойся. Я уже. Повернись. Давай. Я сказал, повернись, или я порежу тебя твоим же ножом. Пошли. Вы двое подрались из-за женщин, так? Вы двое отправляетесь в новый комплекс. Да ладно, босс, давай все решим. Мы мотаем срок в дыре, нам же нужна компенсация. Пожалуйста. Вот именно. Раз ты называешь это место дырой, то пойдешь в другое. Вы оба идете в новый комплекс. Я ясно выразился? Вечеринка окончена. Ты идешь в новый комплекс. Давай поговорим. Там и поговорим. Не могу поверить в это. Черт, в этот раз их серьезно наказали. Нужно будет найти другое место для разговоров или попросить моего парня записаться в колледж. Мы бы посещали уроки вместе. Манаури ни за что не запишется. Это все из-за тебя, тупица. Ты о чем, ненормальная? Ты знаешь. А ты вообще ничего не знаешь, да? Зато я, в отличие от тебя, общаюсь незаметно. За собой смотри, я вообще впервые видела его, и это не твое дело. Заткнись, шлюшка. Я шлюшка? Это ты отбила у меня парня, тварь ты такая. Он больше не твой. Ты гребаная сука. Знаешь, с кем связалась? Подойди ко мне, рискни, сучка. Еще узнаешь, кто я. В следующий раз рядом никого не будет, некому будет тебя спасти, поняла? Да я голыми руками вырву твои зубы. Полегче, остынь. Оставьте, блядь, меня в покое. Отвалите от меня, охранники идут. Охрана идет, подождите. Так что скажешь? Раньше ты была кровать Манаури. Хорошо, что его тут нет. Давай деньги, и она твоя. Сколько у тебя? Черт. Дерьмово. Ладно, хоть что-то. Теперь ты главный. Курорт по сравнению с той дырой. Спасибо, Влади. Пожалуйста. У тебя самый лучший вид. Мотор не заводился, так что нам пришлось его бросить. Чуть не попались. Я же сказал, что не нужно глушить мотор, иначе он заглохнет. Да, я виноват. И что дальше? Мы достанем другой мотоцикл. Я позже перезвоню. А, черт.
Это же твое, да? Мне не нужны проблемы. Ладно. Ты же умеешь это делать? Так что, будем готовиться к концерту? Будем петь? Да, конечно. Сможешь петь соло? Что? Ты умеешь петь соло? А, нет. Точно не умеет. Может, ты? Почему не ты? У меня горло болит. Ладно, ты начнешь, а я за тобой. Я? Да, давай. Хочу послушать. Ладно. Пало, 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 бонито, пало, пало, бонито, пало, Давай. Пало, 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 бонито, пало, пало, бонито, пало, Надо повыше. У меня получится. Пало, 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 бонито, пало, пало, бонито, пало, Нас закидают тухлыми помидорами. Это ужасно. Говорила же, я не певица. Да ладно тебе, ты сможешь. Фауст, засунь это в еду вон того парня. Да, конечно. Свалили покемоны. Доволен своим новым местом? Не жалуюсь. Уже попробовал бобы? Что? Посмотри. Не тыкай в них, придурок. Что это? Это мой бизнес, парень. Не парься, это для тебя. Люди проявили любезность. Не нюхаешь? Нет. Ничего, достанем тебе чего-нибудь другого. Ты чего хотел, мужик? Меня тут кое-кто попросил присматривать за тобой. Успокойся, расслабься. Пока ты подчиняешься, все хорошо. Если я скажу покемон, бей его, покемон будет пить. Ясно, понял? Что я должен сделать, черт возьми? Хочу, чтобы ты передал сообщение моей девушке. Я не умею это делать. Закончишь есть, и я тебе покажу, как. Остыло? Остыло. Сможешь достать марихуаны? Любишь накуриваться, да? Я помогу тебе, а ты мне. Сейчас это тяжелее делать, но я отсюда смогу общаться с тобой. Что? Что, если люди узнают о... Нет, мы всегда меняем сигналы. Если ты не поднимешь шум, все будет в порядке. Смотри, видишь тех ребят? Каждый дятел использует разные сигналы. У меня они вот такие. Посмотри на меня. Привет. Она отвечает так же. Еще раз. Она отвечает мне так же. Привет. Вот так. Так? Да не так, тупица. Так? Когда она подаст сигнал, ты должен сказать ей. Твой парень. Повтори за мной. Где энтузиазм? Можно еще раз? Твой парень. Отправь ему. Повторяй. Твой парень. Отправь. Отправь. Ему. Ему. Только поживее это делай. Твой парень. Отправь. Ему. Ему. Отправь. Говорить. Говорить. Тебе. Тебе. Ты поняла. Ты поняла? Ты должен запомнить. Это значит, что она поняла. Ты должен будешь передать ей этот номер. Просто передай его. Это несложно. Твой парень.
Это значит? Позвони ему. Твой парень говорит. Позвони ему. Ты показал, как хер сотешь? Ты о чем? Я повторял за тобой. Ты назвал меня хуесосом? Да не то чтобы. Я слежу за тобой, понял? Новичок, хочешь залезть? Да. Тогда возьми ведро. Дерзкий раз говорит с Жанели. Манаури попросил меня. А, тогда ладно. Я пришел с тобой поговорить о твоем парне. Ты поняла? Что она говорит? Она спрашивает, новенький ли ты? Как мне сказать «да»? Вот так. Она еще что-то говорит. Она спрашивает, куда отправили ее парня. Твой парень убил в другой тюрьме. Паутра кальций. Но! Ты можешь позвонить ему по этому номеру. Так. Ты можешь поговорить с ним. Венди, у тебя нет бумажки? Мне нужно номер записать. Держи, дорогая. Позже верну тебе. Теперь цифры. Сначала этот номер. Как он будет? Вот так. 1, 2, 3, 4, 5, 6. А можешь помочь мне? 1. Это? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Это? 1, 2, 3, 4. Это? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Она понимает? Спроси ее. Конечно. Все. Хорошо. Это все. Теперь он у нее. Спасибо, Венди, я твоя должница. Так. Я заключенный, которому дали не большой срок. Я заключенный, которому дали не слишком большой срок. Я хочу поговорить с тобой. Поняла? Поняла?
Давай поучишься готовить. Сколько лет тебе дали? Пока не знаю. Меня посадили за ограбление. Дадут минимум 2 года. Тебе нужен кто-нибудь снаружи, кто ускорит процесс. Как насчет твоего старика? Кем он работает? Он был военным. Круто, повезло тебе. Он мертв. Черт, брат. А твоя мать? Не знаю, он в Гаити. А, так ты гаитянин. Я родился здесь. Где здесь? В Дахабоне, как и папа. Это одно и то же, это же граница. Ты не отсюда и не оттуда, тупица. В любом случае, если снаружи у тебя нет помощи, то дело плохи. Я тут уже 8 лет, осталось еще 2. Подал на досрочное, так что скоро ты увидишь, как я скачу на свободе. Видишь ли, я убил нескольких людей. Время от времени мне приходится это делать. Для бизнеса. Я мошенник. Понял? Меня посадили за кражу. Я отвечал за машину, еще был на шухере. Так вот, почему ты такой засранец. Не любишь пачкать свои руки? Думаешь, они поймали меня с хером в руке? Водитель — самая легкая добыча. У него обе руки заняты. Ладно, возьми черпак и займись делом. Хотя бы готовить научишься. Это несложно. И еще. Не смей даже думать о моей девушке. Не играй со мной, чтобы мне не пришлось тебя проучивать. С меня хватит. Куда ты собрался? В камеру. Ты можешь пообщаться с Жанелли по пути назад? Скажи ей, чтобы отправила мне вещь. Какую вещь? Просто скажи ей. Передай ему вещь. Ты знаешь, какую. И попроси отправить другое фото. Я устал дрочить на старое. Как сказать фото? Так. Эй. Я за тобой слежу, понял? Делай, что скажу, и будешь цел. Я люблю тебя, люблю! Конечно же, я женюсь на тебе! Сразу, как только выйду, детка! Когда женщины так себя ведут, нужно уметь хитрить. Ты должен сказать ей, что я просто спрашивал у ее друзей, где она. Думаешь, это бесплатно? Я отправляю ей по 500 песо и плачу за телефон, так что она меня не бросит. Как ты отправляешь деньги? Беру и отправляю. Тебе не обязательно знать покемон. Да мне все равно, не особо интересно. Тебе же лучше. Ого, смотри-ка, какой ты быстрый. Что у нас тут? Что с тобой? Ты странно себя ведешь. Сижу и надеюсь, что ты не зарежешь меня тем ржавым ножом. Эй, следи за языком. Я и так нашел тебе работу на кухне. Или ты хочешь драить туалеты? Я что, похож на повара? Я хочу серьезную работу. Какую серьезную? Тебе лучше научиться готовить, чтобы ты снова не попал в тюрьму тупицы. Убирайся с моих глаз. Куда ты пошел? Мы еще не договорили. Тебе не обязательно все знать. Достань кое-что, прямо под тобой. Поговорим позже. Yeah.
Ты нам нужен на кухне. Сейчас подойду. Товары испортились. В смысле испортились? Они не могли испортиться. Что ж, значит, могли. Слезайте! Встать! К стене! Слезь! Все, слезайте! Значит, вы продолжаете общаться, но уже здесь. Если я увижу это еще раз, я заколочу досками все окна. Ты курил? Вы о чем? Покажи руки. Да ладно, сеньор, что не так? Тише, я теперь буду следить за тобой, так что осторожнее теперь. Кто умеет косить траву? Я пойду, можно я? Тихо, тихо. Никто из орущих принцессок этого делать не будет. Это будешь ты, и ты. Завтра утром за вами придет охрана. Слышали? Ты меня слышал? С такой прической тебе гораздо лучше. Похож на человека. Следи за тем, как смотришь на меня. Поговорим завтра. Черт, это дерьмо забилось рисом. Это все Рахелио. Тогда пусть платят. Только один испорчен. Да, один. Я заебался говорить тебе не мешать это дерьмо с рисом. Оно же все перемешалось. Что теперь делать? Ладно. Больше не будет? Нет. Идет выбрось. Думаешь, я тебя не видела? Кто из вас троих курил? Мы не курим. Никто из вас? Нет. Руки покажите. Сеньор, это был я. В этом месте нельзя курить. Мне плевать, что ты делаешь там, но здесь курить запрещено. Нажаловаться твоему начальнику? Этого больше не повторится. Считайте, что соскочили с крючка, потому что в ваших руках не было сигареты.
Внутрь. Звонок прозвенел. Кто из вас умеет чинить кондиционеры и прочее оборудование? Я умею. Пошли со мной в офис, мне нужно починить кондиционер. И может, в этот раз я не буду докладывать о тебе начальнику. Иди туда. Фильтр грязный, сеньора. Я в курсе, поэтому я и попросила тебя прийти. Чтобы его почистить, мне нужно открыть его. А мне нужны инструменты. Хорошо, но после случая с сигаретой я буду за тобой присматривать. Придешь завтра со своими инструментами и все починишь. Выпустите меня! Эй, жди там! Жди и не двигайся. Есть. Что с тобой? Подойди сюда. Как ты? В порядке. Как тебя зовут? Хулиан. Ты тот новенький заключенный за стеной? Да. Я Жанелли. Я знаю. Ты знаменита здесь. Давай, открой дверь! Ну? Начальник запер меня здесь. Почему? Без понятия. Да ладно. Он запер тебя в камере, потому что здесь тебе делать нечего. Так вы меня выпустите? А ты будешь хорошо себя вести? Почему ты передавал мне сообщение от Манаури? Он не платил за это. А, значит, ты посланник. Вроде того. Расскажи мне что-нибудь. Что именно? О себе. Обо мне? Хорошо. Будешь меня навещать? Да, конечно, буду. Что это значит? Понятно. Ты мне нравишься? Да. Мне нравятся твои губы. Двигайтесь, двигайтесь. Тебе нельзя быть здесь. Это не твой блок. Шевелись. И ты. Я тебе не говорила, где ты должен стоять? Да, сеньора. Ты со мной не виделся. Хорошо. Давай быстрее, ты пришел работать, а не болтать. Большое спасибо. Ты моя должница. Свали. Жанелли передала что-то? Я ее не видел. Ты что, больной? Не смей мне врать, понял? Говорю же, я ее не видел. У меня повсюду здесь глаза и уши. Если я что-нибудь узнаю, тебе конец. Хватит мне угрожать. Смотри мне. И скажи ей, чтобы ночью позвонила. Не дай бог, я что-нибудь выясню. Я прикончу тебя, ты понял? Ты проверил выключатель? Нет. Ты проверял мотор?
Все, что я знаю, это то, что он не работает. Вот здесь должна быть плата. Ее здесь нет, но она там была. Не знаю. Брат, помоги ему. Он один из моих. Конечно, бро. Скажи охране, что пойдешь со мной. Мы починим его вместе. Я так смогу поболтать со своей девушкой. Хорошо. Детка! Красотка! Красотка! Ты отлично выглядишь! Смотри, смотри! Что? Скажи, Марили, что тут происходит? Ничего не происходит, да ну? Вам нечего мне рассказать, ну-ка встаньте тут! Все остальные можете идти, ждите меня в здании. Ну, пошли! Ты отправляешься в одиночку на 30 дней. Посмотрим, как ты будешь вести себя после нее. С нас хватит. Кем вы себя считаете, черт возьми? Вы называете их дятлами? Вам не стыдно? Дятлы, что это вообще значит? О, неужто никто не знает? Вы целый день общаетесь с ними, и никто не знает, что это значит? Это мальчики придумали. Ну, знаете, когда дятлы долбят дерево, они вскарабкиваются на него. Так же и парни вскарабкиваются на окна и держатся за решетку, чтобы поговорить с нами. О, ну хоть кто-то в курсе. Еще раз я застану вас за подобным общением или чем-то таким... И я лишу вас права посещения. Плюс к этому месяц одиночки. Вы меня поняли? Да, сеньора. Можете идти. А ты останься. Я? Да, ты. Ты хочешь сейчас все испортить? Я не болтала языком. Сегодня нет. Но ты глаз не отрываешь от того окна. Ты уже одной ногой отсюда вышла. Но последнее слово за мной. Да, сеньора. Надеюсь, время здесь пошло тебе на пользу. Да, на пользу. Теперь тебе снова будут изменять. Но нельзя сжигать дом из-за каждого изменщика. Сеньора? Не просто, когда в жизни появляется сукин сын, и ты убираешь его дом, заботишься о нем, делаешь все для него. А он изменяет тебе, и ты чувствуешь себя как дура, пока он спит со всеми. Послушай, нужно быть умнее. Больше не хочу тебя тут видеть. И у меня хорошие новости. Пришло решение о твоем разводе. Теперь ты свободна. Это хорошие новости, да. Можешь идти. И слушай, ни во что не влезай, ладно? Спасибо, сеньор.
Вы слышали звонок? Возвращайтесь в свои камеры. И ты тоже. Дай мне прибор. Смотри сюда. Когда будет 220, скажи мне. Ладно. Что там? 220. Проверю тут. А теперь? 0000. Вот. Предохранитель сгорел. Ясно. Все под контролем, пожалуйста, спокойно. Выходят только те, кто идет в университет. Черт побери. И поскорее. Рита? Ты идешь в универ, да? Да. Нужна еще одна услуга. Какая? Вот. Нужно, чтобы это передали Хулиану. Очень срочно. Да ладно, Жанелли. Чего? Я тебе не посыльный, не буду я тебе никаких услуг делать. Ну почему? Ну пожалуйста. Ладно, бери мой телефон на всю ночь. Нет, у меня и так проблемы из-за тебя. Как это из-за меня? Пожалуйста. Смотри. Навсегда или на время? Навсегда. Держи. Ладно. Не говори, что он от меня. И это тоже передай. Вот, 50 для связного. Ладно? Да. Что тут произошло? Плита загорелась на кухне. Мы еще знаем, как тушить пожары. Конечно, как же иначе? Работайте, девушки все равно теперь не будут пожар устраивать. Ну просто, чтобы вы знали. Я знаю, но делайте свое дело. Карманы. Держи свою тетрадку. Подними руки. За мной. Все готово. Передачка. Запишись на занятия музыкой и танцами. Скоро у нас будут гости через пару дней, и мы готовим для них выступление. Можем встретиться там. Подпись «Твой дятел». Блин, чувак, ну ты настоящий мачо. Заполучил девчонку, которая тоже в заперти? Не успеешь понять и влюбишься в нее. В кого? Полегче, чувак. Я не на стороне Манаури. Хочешь знать, на чьей я вообще стороне? Я с Господом. Да ладно, прекрати. Успокойся, Ромео. Тем более влюбиться — это неплохо. Спасибо, Боло. Пока. Ты влюбилась в того придурка, что послание передает? Оставь меня в покое. В смысле в покое? А что с тобой делать? Скажи, что делать? Не знаю. Знаешь, как я ненавижу изменщиков. Если только узнаю, что встречаешься с кем. Если только узнаю.
И что будет? Я убью его и клянусь матерью. Отправлю его в сумке по кусочкам и посмотрим, что ты сделаешь. Да заткнись ты нафиг. Лодочка моя. Привяжу ее везде, где хочу. Чертова шлюха ты! Делайте, что хотите с телефоном. Шлюха, проклятая шлюха! Заткнись, мы пытаемся поспать. Рот закрой, отморозок конченый. Мне там с мешком риса. Братан, у меня спина так болит от этих мешков, а не там. Вот те, там. Давай, я за тобой. Эти. Я предупреждал тебя, Питер. Я же четко тебе сказал, а ты меня в спину ножом. Я же тебе объяснил все, а ты все равно меня обманул. Я не общаюсь ни с кем, я не говорил с твоей женщиной. Я же тебе говорил, что у меня тут и глаза, и уши, повсюду. Я говорил, а ты не поверил. Теперь говори и делай это поскорее. Я только передаю то, что ты сказал. Ну, конечно же, а теперь послушай меня. Если увижу, что ты вздумал опять говорить с Жанелли, я с тебя кожу сниму. Хватит уже со мной играть. Оставь его, оставь. Давай пойдем уже. Давай, покемон, живи пока. Пойдем. Шевелись, урод. Говорю тебе, не смей со мной играть. Боже мой, да чего такое с тобой, чувак? Отвали от меня, я сейчас занят. Тебе понятно? Ладно. Блока. Из шестого. Я отца Кристобаля. Что тебе нужно? Хочу записаться. Tengo a San Antonio puesto de cabeza y a papá le va debajo de la mesa. Que tengo a San Antonio puesto de cabeza y a papá le va debajo de la mesa. Ay, palo, 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 palo bonito, palo. Thank you.
bonito palo, Доброе утро! Доброе утро, сеньор! Перекличка! Хулиан Соса! Здесь! Хосолита Мануэль! Здесь! Антонио Фадул! Тут, сеньор! Эдуардо Сантос! Здесь, сеньор! Энрике Акоста! Тут, сеньор! Что это? Подойди ко мне! Что я вам говорил? Простите, сеньор, что это такое? Я же говорил вам. Простите, миллион раз объяснял, что это запрещено. Это не повторится. В наручнике увидите его. На ком я остановился? Антонио Фадул. Здесь, сеньор. Хосолита Мануэль. Здесь. Энрике Акоста. Тут, сеньор. Ребята, нам только не хватает барабанщика. Кто сможет сыграть на барабанах? Я смогу. Но ты никогда не играл. Я видел, как Мигель это делает. Я справлюсь. Ладно, попробуй. Посмотрим, как у тебя получится. Как вы можете видеть, это блок с камерами. Заключенный в зеленых рубашках ожидает приговора. А те, что в голубых, уже осужденные. Здесь находится столовая. Как думаешь, что скажет Роман, когда увидит меня? А как же Хуавелито? Замолчи, а? Вы слишком много болтаете. А ты что-то молчаливая. Мне нечего сказать. Ну, конечно. А что мне сказать? Не нервничай, когда увидишь его. Не парься, он будет там. Хорошо. Вы должны будете начать на счет три. Один, два, три. На счет три. И ты начнешь подыгрывать. Я начну. Берите инструмент и пойдем на сцену. Доброе утро, сокамерники! И все остальные присутствующие. Это наш 7-й тюремный фестиваль. Приветствуйте девочек из тюрьмы Аяха. Входите, девушки. Похлопаем им. Вот так. Вместе с ними будут парни из тюрьмы Аяха. Полерос, выходите к нам, парни. Ваши аплодисменты. Palo bonito, palo, palo bonito, palo, ay, palo, 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 palo bonito, palo, palo bonito, palo, ay, palo, 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 palo bonito, palo, дела. Проваливай, Манаури. Тебе сюда нельзя. Ты все еще в 6-м блоке? Да. Ты случайно не терял черный такой телефон? Кто его украл? Открой, я скажу. Ладно. Дерьмо! Блять!
Давайте поаплодируем ребятам. Девушки из Аяха CCR-2 и парни из Аяха CCR-17. Похлопаем им. В продолжение нашего шоу хочу представить вам артиста. Иди. Привет, красавица. Привет, ты хорошо сыграл. Украденное? Тебе не нравится? Нравится. Тебе идет. А можно я украду тебя? Наверное. Наверное? Наверное. Что я должен сделать? Ты знаешь? Хочешь, чтобы я тебе отдала, сделай то же самое. Это как? Ты должен жениться на мне. Жениться? Что? А что здесь смешного? Ты же тоже смеешься. Думаешь, меня легко заполучить? Это не так. Браво! Какой сюрприз. Жаль, что вы со стороны себя не видели. Люди были в восторге. А ты звезда, Нигер. Отвали. Полегче, не груби. Ты тоже. Спасибо. Он из-за тебя выступал? А ты как думаешь? Красивая прическа. Руки убери. Чего надо? Просто хотел вас поздравить. Поздравить? Поздравила, теперь вали отсюда. Молодец. Ты тоже. Больше никаких оправданий. Ну, все зависит от тебя. Ты знаешь, что нужно делать. И аккуратнее с этим ублюдком. Хорошо. Эй, иди сюда. Приятель, это было очень красиво. Это был конец нашего замечательного шоу. Теперь, к сожалению, мы будем должны вернуться в свои камеры. Всем спасибо, что пришли. Давайте, шевелитесь. Я внутри. Закрой все камеры и приведи обратно заключенных, которые здесь были. Сейчас же. И закрой переднюю и заднюю дверь. Один из вас должен кое в чем признаться. У него есть то, чего ему стоило бы отдать. Сделайте это сейчас. Вам же лучше. Как насчет тебя, Хулиан? Шаг вперед. Шаг вперед. Проверь его. У меня ничего нет. Это не мое. Закройся. Это не мое. Кто-то, наверное, подкинул. Я сказал, закройся. Скоро мы это выясним. Хочешь сказать, это не твое? Мы проверили твою камеру и нашли вот это. Это тоже не твое? Это тоже не твое? Это не мое. Не твое? Говори, что не твое. Правда? Да ну. Это мое. Кто тебе это дал?
Отвечай! Или будешь гнить 2 месяца в одиночке. 1. 2. Это из кухни. А конкретнее? Склад. Уёбок! Возьмите еще 4 охранников и проверьте склад. Встань обратно. И следи за своим поведением. Отпустите меня! Отвалите! Я тут ни при чем! Говорю же вам! Заткнись! Вы роете себе могилу! Вы же себе делаете хуже! Заткнись! Закройся ты уже! Закрой свой рот! Мы нашли его на кухне! Смотри, что еще нашли! Что это? Вы о чем? Ты не знаешь, что это? Гаитянский покемон это туда положил. Ты меня уже достал. Сколько раз я уже давал тебе шанс? Ты меня слушаешь? Все, кто работает на кухне, проваливайте. Сеньор. Закрой свой рот, я сказал, заткнись. Может, обсудим? Заглохни. Ваши документы готовы. Вы сейчас же отправляетесь в Ла Виктория. Подготовьте мусоровоз, другого они не заслуживают. Уведите их. Уведите. Вы задели мою руку. Отвалите от меня. Я не виновен, те трусы не мои. Да выпендривались, парни. Ты еще ответишь за все. Понял? Слышишь, пидор? Это ты перешел мне дорогу. Ты украл мою девушку. Я никого не крал, она была не твоей. Она и не твоя тоже. Она просто играется с тобой. Тупица. Ей нужны были только твои деньги. Это мы еще посмотрим. Она моя девушка. Твоя. Тебе светит только дрочить на нее. Хотя ты это и так делаешь. Посмотрим, как она будет тебя навещать в этом аду. Тебе не надоело быть злым? Злым. Я покажу тебе, что такое злость, когда достану тебя. Мы приедем, и я раскрошу твой череп, порежу тебя на кусочки. Тебе конец, пидор. Делай, что захочешь. Что захочу? Тебе пиздец, ублюдок. Сукин ты сын. Потише, заключенный. Оставьте меня в покое. Заходите. Ты еще заплатишь за это. Жанелли, этот козел брал мне, глядя прямо в глаза. А я опять повелась. Ну неужели эта жизнь меня ничему не учит? Я не могу теперь никому доверять, не могу. Успокойся, успокойся, Жанелли, тише. Чьи трусы это были? Не знаю. Они точно принадлежат одной из заключенных. Чьи они? Не знаю. Не знаешь? Почему ты не знаешь? Я ее устрою. Я убью эту шлюху. Заткнись, хватит нести бред. Зачем тебе это? Ты скоро будешь на свободе. Ты права. Я выйду, а потом убью его. Ее убью тоже, ясно тебе? Вряд, быстрее. Давайте, давайте, двигайтесь вперед. Это побыстрее. Проверь этих. Встаньте туда, расставьте свои ноги. Хорошо, идите, давайте. Туда, да. Туда, быстрее, вперед.
Остановитесь! Постройтесь в линию! Постройтесь в линию, быстро! Что вы как черепахи? Давайте туда! Постройтесь в линию! А ты не особо послушный? Тебе будет тяжело здесь, парень! Иди, не оглядывайся! Вперед! Живее, живее! Сюда иди! Заходи внутрь! Добрый день, заключенные! Я рукастый! Я руковожу этим блоком, где вас будут осматривать впервые. Новых заключенных или тех, кого перевели сюда. Я вижу, тебе нужна новая стрижка. Ну попробуй, если не слабо. Не переживай, как только охранники уйдут, мы о тебе позаботимся. Мы всего лишь хотим порядка и уважения. Спасибо, рукастый. Кто Хулиан Соса? Я. Рахиль Инкарнасьон. Я, зовут Манаури. А, так вы те пташки, которые нужно разделить. Давайте сейчас как раз это и решим. Ты в Лос-Арпонес. Ты, 1 и 2, во Вьетнам. Эти двое в Коридорс. А ты пойдешь с ним. Все ясно? Ты еще заплатишь за это, пидор. Заткнись. Ты получишь свое, чертов покемон. Мы еще останемся наедине, сукин сын. Закройся, иди уже. Слышал меня, придурок? Оставь его в покое. Добро пожаловать во Вьетнам, парень. Ну что, побреем петушка? Да! Пусти меня, урод! Давайте громче, если правда хотите этого. Да! Побреем его кудряшки. Брей! 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 Я убью тебя, ты вонючая крыса! Заткнись! Давай, иди сюда! Блять! Soy un guerrero, man. Soy agresivo pa'l freco y freco pa'l agresivo. Así se sobrevive en este mundo en el que vivo. Paso firme sobre el suelo por donde quiera que voy. Ningún comentario tuyo va a cambiar lo que yo soy. Parado en 30. El mundo así tendrá que morir. El señor lo digo así. El señor lo digo así. Todo queda hasta el mundo así tendrá que morir. El cañón está preparado para el primer disparo. Al que se nos pante ya va a ser eliminado. You're not dangerous to represent. Tu vas a pasar 20 segundos a que muelle. Puja más de teno, puja yo gateno. Yo tuyo pa' meter pie suyo, no. Yo di no, 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 no va a ye, va que multi. Значит, это ты, та сучка. Вот я тебя и нашла. Желтые трусы были твои. Манаури, мой парень, нравится тебе это или нет? Ты это искала, да?
Нет, это точно не то, что я искала. Ты так хочешь разговаривать? Да, так. Ну, давай, пырни меня, у тебя же есть яйца? У меня их нет. Ну же, порежь меня. У меня яичники. Ты шавка, которая лает, но никогда не кусает. Не уходи, подойди ко мне. Подойди сюда, сука! Ах ты ебучая овца! Смотрю, ты подстригся. Милый причесан. Отъебись, придурок. Ты слишком агрессивный. Ты в курсе, что ты должен заплатить взнос? Я здесь, подойди, заставь меня. Заставлю. Что в сумке? Одежда, тебе что? Это уже что-то. Пока что этого хватит. Только через мой труп. Тебе повезло, что ты вообще жив. Ты не усвоил урок, придурок? Думаешь, если ты новенький, то тебе все можно? Эй, стой! Что такое? Он твой парень? Да, мой. Скажи ему, пусть платят. Или ему конец. Не буду, ублюдок. Ты оглох, что ли? Ублюдок? Я тебе за такой язык вырежу. Я здесь гораздо дольше, чем ты. Хватит уже. Я до тебя доберусь, ублюдок. Ты как? Ты в Ла Виктория, урод. Отвали. Смотри, ты спишь на той стороне, а я на этой. Лучше бы я дала им тебя побить. За то, что ты такой хам. Из-за таких уродов, как ты, я тут и оказалась. Это мне дорого стоило, но меня здесь уважают. Это уже другой разговор. Нет. Я воспользуюсь им только в самом экстренном случае. Ладно, может, подскажешь мне, как попасть во Вьетнам? Это невозможно, мы разделены. Неужели нет способа? Ну, разве что ты заболеешь. Я имею в виду, сильно заболеешь, только так. Манаури, оставь свои проблемы за пределами тюрьмы. Дело в том, что моя проблема находится в стенах тюрьмы. Хулиан, помоги мне. Помоги, Хулиан. Я даю тебе последний шанс оплатить свой долг. Отпустите его. Ты о чем, бро? Этот зеленый должен нам бабки. Я сказал, отпустите его. Ладно, полегче, брат. Конечно, я отпущу его. Значит, хочешь, чтобы мы от него отстали? Может, ты заплатишь за него? Эй, какого хера ты делаешь? Что ты, черт возьми, происходит? Этот ублюдок мешает нашей работе, Куба. Хочешь убить их двоих, а? Чтобы нас всех начали обыскивать? Я понял, Куба, как скажешь. Давай, вали отсюда. Он спас твою задницу, ублюдок. Уходи уже, проваливай. Успокойся, Куба. Так что здесь произошло, а? Я в порядке, но он нет. Я здесь главный. Если здесь что-нибудь происходит, обращайся ко мне. Да. И еще кое-что. Если у тебя нет денег, чтобы расплатиться с бандитами, ты должен заработать их. У тебя рабочие руки? Да. Тогда мы найдем им применение. Хорошо. А как же он? Спасибо. Подойди ко мне. И тут я начал по нему стрелять. И сколько раз ты выстрелил, без понятия. Тише.
Заходите сюда. Быстрее. Давайте. Мужик, встань в очередь. Пропала, мужик. Кажется, она не хочет тебя знать. А вот черт. Но с помощью друга я достал ее адрес. Она из Гайаны, город Фрамбоян. Тебе нужно найти священника по кличке Мачете. Он свяжет тебя с кем угодно. Ладно, я попробую. Береги себя. Аллилуйя! Слава Господу! Хорошо. Я смогу все сделать прямо отсюда. Подпись, твой дятел. И адрес тоже напиши. Готово. Спасибо. А можно мне одолжить твои плоскогубцы? Конечно. Держи. Спасибо. Закрой за собой дверь. Насчет письма. Будь уверен, она его получит. Но захочет ли она навестить тебя, Бог знает. А как насчет той вещи? Не переживай. Я занимаюсь этим уже 10 лет. Я хочу, чтобы она получила его сегодня. Завтра будет уже поздно. Она его получит. Как больно! Давай посмотрим. Нужно тебя измерить. Вот так должно быть не тесно, хорошо? Доктор, он ранен. Что с ним случилось? Он обжег ногу. Печет? Как тебя зовут? Манаури, Манаури. Николе, пожалуйста, принеси мне бетадин, солевой раствор и марлю. Я сниму ботинок. Осторожней, блин! Проходим. Это было очень в далекие времена.
Когда люди использовали доски с гвоздями, да. С помощью них они гоняли скот, разрывая им плоть. Жизнь полна страха и боли. Он сказал смерти: больше ты не можешь причинить мне боль. Смерть, я тебе больше не боюсь. И потом он умер за всех нас. Так что смерть меня больше не пугает. Мы все перейдем в другой мир. Смерть — это всего лишь переход. Только Бог все решает. Все мы будем в Царстве Небесном. Только ваша мирская плоть умрет, потому что плоть и крови не место в Царстве Господнем. Он, черт возьми, прав. Мы с вами как прирученный скот. Они запирают нас в клетке, мучают и кормят помоями. Вот что нас здесь ждет — это смерть. Мы должны восстать против них. Использовать гвозди в наших спинах как оружие против них. Берите любое оружие, которое достанете. С нас хватит. Бог с ними. Что бы ни было, мы все будем в Царстве Небесном. Они хотят вырваться на свободу. Пути обратно уже нет. Не отходи от меня, здесь что-то происходит. Что? Дай руку. Что ты делаешь? А, это ты. Что ты собираешься делать с этим? Мне нужно кое с кем разобраться. Манаури, заключенные превосходят численно охранников. Если мы устроим бунт, мы сможем сбежать с этой тюряги. Класс, но сначала дела доделаю, а потом обсудим. Забудь, оно того не стоит. Ты глухой? Я сказал сначала, порешаю свои дела. Я не позволю тебе этого сделать. Это почему же? Хулиан часто спасал мою задницу, мужик. Он и тебя спас. Где он сейчас, а, ублюдок? Ты за это заплатишь! Надень его. Всем игровым. Заходи на Азино 777. Отыграться и выиграть можно только тут.
пошли. У нас мало времени. Боже, где вы были? Простите, что опоздали. Давайте быстрее. Документ? Здесь. Твой документ. Я же говорил, что достану. Распишись здесь. Хорошо. Распишись. Держи. Держи. Властью, данной мне законом, объявляю вас мужем и женой. Вы сможете забрать свидетельство о браке через 2 дня. Можете поцеловать невесту. Вот я тебя и нашел. Манаури, пусти пистолет. Закройся, ебаная сука. Не смей так с ней разговаривать. Тогда покажи мне, как с ней разговаривать. Это же дом Божий. Назад, назад. Уважайте дом Господа. Отвали. Назад. Давай. А ну-ка, стой, сукин сын. Стоять, ублюдок. Остановитесь оба, иначе я вас пристрелю. Манаури, опусти пистолет. Успокойся, Манаури. Заткнись, сука. Успокойся, не надо. Отойди. Успокойся. Свали. Теперь скажешь. Думаешь, можешь получить все, что хочешь? И когда захочешь? Заткнись, это не твое дело. Ты не его проблема, а моя. Она уже сделала свой выбор. Что ж, как и я. Ранели, тебе пора идти. А как же ты? Жди меня снаружи, я скоро буду. Ты уверен? Да. Прикрой этим свое лицо. Уходи. А вот мы и наедине. И стреляй. Застрели меня. Будет хорошо. Мы будем вместе. Мы будем вместе. Держись, пожалуйста. Хулиан? Шевелиться. Хулиан?